Добрый день, коллеги! Приветствую вас в нашем сегодняшнем вебинаре. Если меня хорошо видно и слышно, поставьте кто-нибудь, кто уже подключился, плюсик или единичку, что-нибудь в чат. Ага, спасибо, Татьяна. Значит, связь есть, звук есть, Анна. Спасибо, запись будет. Обычно она автоматом приходит тем, кто участвовал в вебинаре, потом на почту. И, возможно, вебинар будет также выложен в YouTube. У нас какие-то вебинары выкладывают, какие-то нет. Ну, в общем, наверное, будет. Вот, здравствуйте, Светлана. Ну, подождем немножечко опоздавших по традиции. Еще раз напомню, что у нас, кто участвует в вебинаре, имеет право на скидку дополнительную. Сейчас у нас немножечко правила изменились. Дополнительная скидка идет 5% от прайса косметолога. Косметологи все знают, какой у них скидка. С декабря она повысилась прилично. Поэтому дополнительная скидка только 5%, но зато наша своя. У нас теперь больше. Вот такой промокод у нас. Розац. Розак через Си. В общем, от слова розация. Вот, сегодня мы будем разговаривать о лечебно-профилактическом уходе. Как раз при самых часто встречающихся состояниях акне и розации. Вот, поэтому такой у нас промокод сегодня — розация. Вот, ну, ждем еще 3 минуточки опоздавших. Все вопросы можно будет задавать, как обычно, в чат сюда. Вот, какие-то будут, если у вас по ходу пьесы вопросы. Ну и, соответственно, я постараюсь охватить всю вот эту вот тему сегодня, насколько это возможно. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так. Я смотрю, еще мало из тех, кто хотели, присоединились. Людей. Мы, интересно, напоминание можем послать какое-нибудь еще? Я, честно говоря, так уже выйдя сюда, не знаю. Пока собираются все, напомню, что у нас всякие проходят мероприятия очные, мастер-классы в нашем ЦДК, Центре диагностики кожи на Пятницкой, 59, в Москве. Так что, кто живет в Москве, Подмосковье, приглашаем на наши очные мероприятия. Будем рады вам. На них там места ограничены, поэтому лучше заранее записываться. Ну и, соответственно, если вдруг вы не смогли сообщать, что не придете, чтобы это место мог занять кто-нибудь еще желающий. Соответственно, ближайший у нас мастер-класс будет Татьяна Шапранова, мои коллеги, по себорегулирующим процедурам 40+, что очень интересно, потому что есть люди с акнетардо, с жирной кожей зрелой, и, соответственно, немножечко могут отличаться подходы для зрелой кожи и для молодой. 16 в 13:00 будет мастер-класс с демонстрацией процедуры, массаж, между прочим, будет показан. Вот, так что, кому интересно, приходите. У меня будет мастер-класс 21 февраля по электропорации, безинъекционной мезотерапии в антиэйдж-процедурах. Тоже разберем подробную методику, продемонстрирую на аппарате чешском LVPRAC, как она делается. Приходите. И дальше у нас мастер-класс будет 26-го. Тоже мои коллеги Перфильевой Татьяны. С такой темой, которую, в общем, какую аппаратную процедуру могут легально делать все косметологи от эстетиста до врача. Конечно же, речь пойдет об ультразвуковом пилинге. Так что приходите, все нюансы разберем. Татьяна все вам расскажет, покажет. Тоже аппарат будет LVPRAC использоваться, Т02. Вот, ну, на самом деле, аппараты ультразвукового пилинга, они
профессиональные мало чем отличаются друг от друга. Частота там одна, работают они одинаково. Главное понять, как правильно делать, чтобы был эффект. Вот. Ну, соответственно, вебинары тоже все, наверное, знаете, раз сюда пришли. Вот, как записаться на вебинар. Так, что, я думаю, что все у нас присоединились, кто хотел. Вот, и, соответственно, можем уже, наверное, потихонечку. Потихонечку начинать. Так, здравствуйте, Виктория. Я, с вашего позволения, каждого приветствовать не буду, чтобы не прерываться. Вот, я думаю, что мы уже подождали достаточно опоздавших людей. Вот, поэтому можно будет уже потихонечку нам начать. Сегодня у нас 14 февраля. Кстати, с Днем Святого Валентина вас всех. Кто празднует 2024 года. И сегодня мы с вами поговорим о двух животрепещущих аспектах подбора домашнего ухода, когда подбор действительно грамотный очень важен. Это люди с акне и люди с розацией и чувствительной кожей. Соответственно, начнем мы с того, что поговорим о том, какие основные правила подбора ухода для проблемной кожи, поговорим о том, как сделать, например, атравматичную чистку, когда нельзя сделать обычную. Естественно, обсудим, как подбирать уход для людей с розацией, в обострении, не обострении. И, в общем, в заключении сможете задать свои вопросы. По ходу вебинара тоже задавайте вопросы, если они у вас будут возникать. Я думаю, что сегодняшняя информация поможет понять, как вообще применять косметику с так называемым драг-фактором, то есть косметику, которая имеет какую-то лечебную направленность и, соответственно, лечебные компоненты в составе, которые разрешено законодательно использовать и в косметических средствах, и в медицинских изделиях. Например, та же сера, да, в нашем геле Доматен, она может использоваться и в медицинском изделии. Доматен – это медицинское изделие. Может, например, гель для жирной кожи как в косметическом препарате использоваться. Может использоваться азелаиновая кислота как в медицинских изделиях, так и, соответственно, в косметических. Салициловая кислота тоже до определенной концентрации может использоваться в косметических средствах до 2% и может использоваться и в медицинских изделиях, в кератолитиках, в пилингах и так далее. Какие у нас основные правила подбора ухода для проблемной кожи? Это в первую очередь мягкое очищение, потому что люди с жирной комбинированной кожей, особенно с жирной, с проблемной кожей, зачастую по старинке думают, что можно умываться до скрипа, и нужно умываться до скрипа. Это не так, потому что агрессивные поверхностно-активные вещества в очищающих средствах, они нарушают гидролипидную мантию, они убивают микробиом, нормальную микрофлору, которая сдерживает гиперколонизацию кожи условно-патогенной флоры, а это один из как раз патогенетических механизмов возникновения углеводолезни, да, то есть акне. Поэтому очищение кожи должно быть мягким. Если нужно смыть что-то плотное, камуфлирующую косметику, плотные средства с SPF, значит, мы используем гидрофильное масло, где-то сзади меня стоит, и нанося его на сухую кожу, естественно, потому что не все пациенты наши знают, что гидрофильное масло наносится на сухую кожу, потом уже эмульгируется с водой, чтобы масляная фаза гидрофильного масла сцепилась с жирами на коже и с жирорастворимыми какими-то компонентами камуфлирующей косметики, например, или солнцезащитных средств водостойких. После этого мы смываем уже его водой, а дальше уже гелем обычным или муссом мы умываемся как положено, на влажную кожу уже его наносим, слегка вспенив в руках, если оно само не является пеной, да, то есть нет пенообразователя в флаконе. То есть гели вспениваем в руках, наносим на лицо и на, в общем-то, остальные участки кожи, которые нужно помыть. И если это мусс, соответственно, уже он готовый у нас выходит из дозатора. То есть бессульфатные средства – это приоритет. Какую-то плотную косметику или какие-то сильные загрязнения снимаем двухэтапно при помощи гидрофильного масла. Либо мы можем два раза умыться гелем,
ну, если у нас нет каких-то водостойких или плотных камуфлирующих средств на лице, но, в общем, лицо, ну, сильно загрязненное, считаем так, то лучше мягким средством умыться дважды, чем один раз умыться сульфатником. Следующий момент – это желательно использовать тоник. Тоник не должен содержать поверхностно-активных веществ, то есть не должно быть в составе каких-то моющих компонентов, полисорбатов, желательно, чтобы не было, полоксамера 174, желательно, чтобы не было, то есть чтобы это был как раз препарат, который состоит из воды, экстрактов, каких-нибудь еще активных компонентов, если он какую-то функцию еще должен выполнять, кроме нормализации pH и до очищения кожи от остатков балластных веществ в водопроводной воде. И тоник должен именно завершать очищение. Конечно же, если у нас используется питьевая мягкая вода для умывания, да, есть люди, например, с розацией, которые умываются из краника с обратным осмосом, который на кухне у вас, да, тогда, в принципе, если она мягкая, если она не щелочной pH имеет, да, pH метром можно померить или тест-полоской хотя бы, то, в принципе, можно без тоника обойтись, если от тоника не нужна какая-то таргетная функция определенная, да, то есть он какую-то проблему еще будет решать, то есть это не совсем тоник, а уже такой лечебно-профилактический препарат, как, например, наш матирующий. Тогда, да, можно обойтись без тоника, но если вы умываетесь водопроводной водой, она у нас, как правило, везде достаточно жесткая, может быть щелочным pH, то лучше после умывания использовать тоник, конечно же. Третий постулат, да, важный, это у нас минимум комедогенных компонентов. То есть мы смотрим, чтобы если кожа жирная, склонна к воспалениям, к комедонообразованию, особенно при густой сиборее, желательно, чтобы это плотное кожное сало, желательно, чтобы это были oil-free текстуры. Да? То есть стараемся пользоваться легкими какими-то флюидными текстурами, oil-free, гелями, если это не, там, не на мороз, да, мы идем. Если это, допустим, кремовая текстура нужна, то там должно быть минимум масла, масляной фазы, то есть это легкий молочкообразный какой-нибудь крем, ну, как пример наш, например, крем комбинированный с SPF 15 или крем ночной увлажняющий, там всего там около 2,5% масляной фазы, поэтому, ну, фактически почти без масла, да, этот крем тоже можно использовать на жирно-комбинированной коже. Антиэйдж-активы желательно использовать в виде сывороток, да, и закрывать уже легким каким-то средством или вообще использовать, например, в летнее время только сыворотку как уход. Это нормально. И, соответственно, таким образом мы минимизируем дополнительную окклюзию, дополнительные какие-то жировые компоненты, которые на кожу и так богатую кожным салом поступают. Четвертый важный момент – это косметический минимализм. Особенно это важно для людей с розацией, когда для таких людей любой какой-то антиген, да, любое какое-то воздействие, поступление какого-то инородного агента на нашу кожу может явиться триггером обострения. К сожалению, человек, страдающий розацией, реагирует на привычные для нас какие-то стимулирующие вещества, да, например, не обязательно вещества, да, которым мы умываемся или которым наносим на кожу, а даже просто ультрафиолет или перепады температур, или, допустим, я не знаю, там где-то пошли в бассейн, поплавали, да, там какая-то антисептическая таблетка в этой воде обеззараживает ее. Обычный человек никак не среагирует, что принял душ, пошел домой, все хорошо. Да. Человек с розацией может дать обострение на вот поступление вот такого вот триггера. Поэтому желательно минимизировать количество триггеров, желательно минимизировать контакт с какими-то раздражающими веществами. Ну и пациенты с розацией всегда, конечно же, знают, что им нельзя. Там кто-то очень сильно реагирует на красное вино, кто-то на горячие и какие-то напитки, да, не обязательно горячительные, а именно горячие. То есть чай, кофе может вызвать прилив, если высокая температура, да, вода это. Поэтому какие-то с наклоном вниз головой физические упражнения и вообще физнагрузки при розации, чтобы не было вот этих резких приливов крови к лицу, стараются все-таки использовать какие-то более плавные, мягкие, дозированные, вот, для того, чтобы опять-таки не вызвать обострение. Ну, ультрафиолет, конечно же, такой основной триггер, поэтому всегда от солнца защищаемся, избегаем его по возможности, как вампиры прячемся, вот, чтобы не
воздействовал на нас этот триггер, если имеется такая патология, как розация. Косметический минимализм – это значит, что у нас 1-2, возможно, каких-то активных препарата в уходе, средства с СПФ обязательно, если нам нужно защищаться от солнца, если солнце активное, и курсовое применение средств с накопительным эффектом. То есть не прыгаем с одного средства на другое, используя там неделю-две, и потом думаем, что должен быть уже эффект, а эффект-то мы ждем только через там 2-3 месяца, и переходим на следующее. И постоянно кожа вынуждена адаптироваться и не дожидаться, соответственно, проявления как раз этого накопительного эффекта. Это важно и при розации, и при акне. При акне тоже, например, та же азелаиновая кислота, она действует накопительно, и первую такую, ну, можно сказать, первый результат до и после мы можем отследить, оценить спустя 2-3 месяца после начала применения. И, естественно, за неделю никакой препарат, даже системные ретиноиды не помогут. Поэтому надо обязательно дожидаться того момента, когда может проявить себя вот это вот вещество лечебное, да, лечебно-профилактическое, оказать свой эффект. То есть это важно. Естественно, отслеживаем аллергию или какую-то негативную реакцию, но это достаточно легко дифференцировать, потому что если аллергия, то присутствует, как правило, зуд, как правило, достаточно обширные идут проявления, крапивница, покраснение, гиперемия. То есть лишние 2-3 комедона или более активно первое время после начала применения какого-то лечебно-профилактического или лечебного препарата возникновение пустул, да, ну, то есть вызрели какие-то спящие наши пустулезные элементы, да, это не является каким-то противопоказанием или тем вариантом, что крем не подошел. А вот если действительно возникла аллергия, это очень важно, как бы сразу устранить аллерген. Кроме того, естественно, смотрим на компоненты, которые содержатся в наших препаратах, потому что есть, например, препараты лечебные с одним и тем же действующим веществом, но в разной текстуре. К примеру, при розации очень часто назначают нитромидазолы, да, то есть метронидазол. И могут назначить в виде крема, например, розамет, и могут назначить в виде геля, например, метронидазол для наружного применения. Там и там 1% метронидазола. Но пациенту с розацией с жирной или комбинированной кожей розамет усугубит именно папулопустулезные, скажем так, аспект болезни, потому что будет база вот эта комедогенная забивать поры. А для пациента с сухой кожей он будет идеально еще удерживать влагу, смягчать кожу, будет очень хорошо работать. Да? Поэтому, например, пациенту с сухой кожей гелевая форма того же метронидазола, она будет некомфортна, а пациенту с жирной и комбинированной, наоборот, предпочтительно. Поэтому это тоже нужно учитывать. Зачастую у врача в КВД нет времени просто с этим разбираться, как бы и назначают, ну, по действующему веществу. А по текстуре, по сопутствующему уходу уже, ну, просто физически нет времени консультации проводить, когда у тебя там несколько минут на пациента, еще нужно кучу документации в ЕМАСе оформить. Поэтому надо, вот как раз мы занимаемся тем, что просвещением, да, в некотором смысле, чтобы человек сам тоже примерно понимал, как себе грамотный уход подобрать, если нас будет слушатель там на YouTube потом смотреть, обычный человек, не отягощенный медицинским образованием. Следующий момент, то есть текстура тоже важна. Это регулярное глубокое очищение, это как раз больше к акне относится, да, к подбору ухода при акне. Ничего страшного, Виктория, милости просим. При розации мы глубокие очищения делаем с осторожностью, только когда достаточно стойкая ремиссия. А вот при акне, при густой сибореи, при комедонообразовании активном, конечно же, нам нужно регулярное глубокое очищение применять. Для этого используется у нас всегда, например, энзимная пектиновая маска,
наносится при наличии активных воспалений, конечно же, не с массажем, как мы любим, когда антиэйдж процедуры какие-то делаем, влажными руками массаж по ним делать. Здесь строго под пленочку, никаких массажей, соответственно, на 15 минут, и мы хорошо разрыхляем при этом эпидермис. Если нужно кратковременно, быстренько как-то вот, но более глубоко умыться, у нас энзимная пудра для этого вышла шикарная совершенно по текстуре и по вообще своим свойствам. Можно, в принципе, ее использовать, но она не заменит энзимную маску, конечно же, потому что энзимная маска – это уже процедура, это уже глубокое очищение, мы разрыхляем под окклюзией, под пленкой, верхний слой роговой, соответственно, потом у нас может лучше обновляться кожа и... Мы можем, например, удалить какие-то комедоны даже сами себе, если люди, да, умеют это делать. И вот такая профилактика, она облегчает состояние пациентов с акне. Завершить, естественно, эту процедуру логично какой-то поросуживающей маской, соответственно, как в кабинете косметолога во время травматичной чистки, так и дома. Там, допустим, раз в неделю можно поросуживающую маску нашу на основе каолина, каламина, бентонита взять. И она будет и успокаивать немножко, то есть она не раздражает кожу. Здесь нет таких вот компонентов, как во многих масках такого плана на основе глины, когда кожа прям горит под ней. Да? Здесь наоборот, каламин успокаивает, поэтому очень комфортная она. Поэтому 15 минут энзимка под пленку, 15 минут потом поросуживающая, и вот считай, как бы человек может сам себе хорошо регулировать вот этот вот момент глубокого очищения делать дома и приближать ремиссию таким образом. Соответственно, защита от ультрафиолета нам нужна, в первую очередь при розации она очень важна, но при акне, понятно, тоже, потому что, например, если у нас есть воспаление, то у нас потом возникает и просто воспалительная пигментация. Конечно же, азалаиновая кислота в сыворотке стоп-акне будет предотвращать в некотором смысле ее образование, но ультрафиолет – это такой очень так, серьезный триггер для, в общем, для всех. Для того, чтобы его этого избежать, нам нужно по индексу инсоляции смотреть, какое, насколько активное солнце в прогнозе погоды и, соответственно, подбирать средства с SPF. У нас есть на YouTube видео, как подбирать по индексу инсоляции, как наносить, даже есть мое видео. Так что, если кому интересно, и кто вдруг на нашем YouTube не все еще пересмотрел, приходите, смотрите. И если кратко, то где-то 0,2 индекс мы можем использовать без SPF-средства для ухода за кожей. Если, допустим, у нас где-то 3-4, то желательно 10-15 хотя бы SPF иметь в дневном средстве. Если выше 4, там, от 4 до 6, то минимум там, 25-30 должен быть SPF. Ну и после уже 5-6 желательно, конечно, все-таки использовать максимальную защиту, то есть 50-50+. Ну, мультипротектор с SPF 50+, это универсальная вещь для всех, особенно для тех, у кого акне, потому что он all-free, не будет жирнить кожу. Но есть и другие варианты. Можно CC-крем использовать наш, например, с SPF 25, можно... Если сухая кожа, например, у пациента с розацией, можно использовать антиоксидант и праймер. Татьяна спросила, предпочтительнее при розации с физическими или фильтрами. Но здесь на самом деле считается, что при чувствительной коже, например, у деточек до 3 лет и так далее, предпочтительнее действительно физические фильтры. Два компонента у нас есть для этого, диоксид титана, оксид цинка. Но не всегда текстура кремов с физическими фильтрами подходит. Как правило, физические фильтры в более плотной текстуре содержатся. Чаще всего очень сильно выбеливают такие кремы. Либо, чтобы они не выбеливали, в них добавляют спирт. Соответственно, они на спирту тоже не очень при розации хорошо. Поэтому здесь я бы выбирала больше по методам, наверное, действительно эмпирическим путем. Методом пробы и ошибок подходит, не подходит, потому что небольшие концентрации, если много химических фильтров составят, например, в мультипротекторе, да, там несколько фильтров химических и, соответственно, диоксид титана физически микронизированный, поэтому сильно не выбеливает. Многие очень хорошо переносят его, несмотря на то, что там есть химические фильтры, они просто каждого по чуть-чуть, раздражающий потенциал таким образом минимизируется, да, и даже пациенты с розацией с удовольствием мультипротектором пользуются. Поэтому надо брать пробничек, смотреть, подходит, не подходит. Иногда средство с физическими фильтрами может не подойти, например, а с химическими подойти.
Вот. Но считается, что да, физические фильтры, они чуть менее глубоко, скажем так, проникают в роговой слой, больше на поверхности находятся, поэтому, возможно, меньше дадут реакцию сами по себе. А вот база, в которой они лежат, да, бывает, что не очень комфортная для пациента. Поэтому тут все-таки эмпирическим путем, Татьяна, мы чаще всего подбираем. Смотрим, чтобы было много фильтров разных, если химических, да, то есть не 1-2 в составе. Потому что если 1-2 и большой SPF уровень, значит, его лежит там много, большая концентрация. Поэтому смотрим, если там, грубо говоря, 5 химических фильтров и какой-нибудь один физический, возможно, это средство будет более щадящее для кожи, чем, допустим, средство с двумя химическими фильтрами в составе, там одним. И, возможно, по текстуре это средство будет легче и комфортнее для пациента, и легче его потом будет вечером смыть, нежели, допустим, какая-нибудь обратная эмульсия с минеральными фильтрами. Чем заменить розамет при жирной коже? Тем же самым метронидазолом для наружного применения в форме геля. Он есть такой препарат, так и называется. Метронидазол для наружного применения. Или метрогилодентальный, тоже 1% вполне подходит. Вот. Так что едем дальше. Защиты ультрафиолета мы разобрались, ну и поддержка барьерной функции, конечно же, да, нам нужно сохранять микробиом, чтобы наша нормальная микрофлора имела возможность противостоять условно патогенной, не давать ей разгуляться, поэтому у нас всегда нужно поддерживать на коже слабокислый pH, если мы умываемся щелочной водой, значит мы берем умывающие средства, например, для лица, вот мне нравится, в последнее время у нас вышел с pH-кислотами, очень приятный гель, попробуйте, кто не пробовал, до его появления у нас тоже был лайфхак. Мы интимный гель женский, интимной гигиены прекрасненько использовали для лица, можно продолжать это делать, очень комфортно, 4,5 pH, молочная кислота его закисляет. С pH-кислотами чуть более продвинутый, конечно, препарат с глюконолактоном, у него такая прямо очень, ну, как сказать, прям невероятно приятная текстура, очень мягкий тоже. Естественно, когда мы умываемся, не нужно бояться, что это с кислотами. Гель это не такой прям уж кислотный гель. У него pH выше 4, во-первых. Во-вторых, когда мы разбавляем его с водой, умываясь, у нас pH еще больше поднимается, потому что вода у нас, ну, в лучшем случае 7, а то бывает, что и щелочной pH. Поэтому ничего страшного, им даже можно утром умываться, то есть можно 2 раза в день умываться, можно, допустим, кислотную умывалку взять на вечер, а утром, например, успокаивающим или каким-нибудь обычным нашим гелем очищающим, или кто любит наши муссы с пенообразователем, они все мягкие, у нас нет ни одного очищающего средства для кожи, лица и тела, который содержал бы сульфат. Поэтому, в принципе, берите любое мягкое очищающее средство и можно использовать. Вот. Естественно, тоники. Там уже вступают в игру таргетные. Например, если жирная кожа, жирный блеск беспокоит, вот идеальный вариант – это наш любимый матирующийся баланс, который надо взбалтывать. Текстура у него необычная, называется текстура суспензия. И там осадочек специальный, да, вот как раз твердая часть порошкообразная, она выпадает в осадочек, его надо гомогенизировать перед применением, потом, соответственно, ватный диск и протерли. Когда часто мы им пользуемся, да, ну, достаточно несколько раз встряхнуть, да, когда он, допустим, долго постоял, надо там раз 15-20 иной раз встряхнуть, чтобы весь осадочек распределился. Очень хорошо успокаивает тоже, очень хорошо себя регулирует, помогает матовости, если там нужно матировать, можно матирующим флюидом еще воспользоваться потом уже. И, соответственно, вот этот тоник, это уже не просто тоник, который завершит очищение, а который еще и несет какую-то уже функцию лечебно-профилактическую. Ну, а дальше мы уже, соответственно, используем то, что используем в уходе. Это вот основные правила, при помощи которых мы подбираем уход. Соответственно, как можно разделить вообще уход за проблемной кожей? Это два варианта у нас всегда есть, когда человек болен акне, например, да, или каким-то акнеформным дерматозом. Это уход лечения и уход на фоне лечения. То есть уход лечения – это когда у нас невыраженный процесс патологический, допустим, первая, вторая стадия акне, и косметическое акне, то есть неправильный уход был, не тяжелые формы акне, то есть нет узлов, нет множества высыпаний, допустим, когда на лице больше одновременно существующих 10, там, 15 элементов, то есть нет высыпаний на теле,
Это вот первая, вторая стадия акне, да, когда мы можем, например, косметикой сдержать этот процесс, а то и вообще нормализовать. Косметика, естественно, с драг-фактором, имеется в виду, не просто косметикой. То есть косметика, которая содержит вещества, компоненты, которые могут содержаться, как я уже вначале говорила, и в медицинских изделиях, и, соответственно, в косметической продукции. В первую очередь это будет у нас, конечно же, стоп-акне. Стоп-акне наша любимая с 10% азелаиновой кислотой в форме азолглицина. Ну, там еще себрегулирующие, конечно же, компоненты. Депантенол тоже он успокаивает. То есть в отличие, сразу видите, да, в отличие от обычной азелаиновой кислоты в базе, в нейтральной базе, да, как вот в медицинских изделиях некоторых с этим компонентом, здесь, конечно, добавлены еще уходовые всякие ингредиенты, которые будут еще и восстанавливать кожу. То есть здесь и уходовый препарат есть, и вот этот драг-фактор, да, в этом препарате лежит. Поэтому он зачастую переносится более комфортно людьми, нежели, допустим, какие-то медицинские изделия с азелаиновой кислотой. Поэтому здесь надо просто смотреть, что комфортнее. Возможно, 10% кислота, да, чуть дольше будет набирать свой накопительный эффект, чем, например, 20% или 15%, но в то же время меньше даст раздражение, и есть шанс, что как бы комплаентность, так называемая, да, у пациента не будет нарушена. Да, комплаентность, когда вот вы ему назначили, что-то порекомендовали, а он попользовался, ему некомфортно, он все бросил и перестал, да, и пошел по интернету искать всякие народные рецепты. Поэтому здесь как раз важно, чтобы еще и переносимость была неплохая. Стоп-акне, в первую очередь, у нас иногда пациенты хорошо, особенно вот подростки, хорошо идут на одном этом препарате в режиме утро-вечер, но зачастую нужно добавлять еще какой-то вариант, который будет, как бы, можно сказать, с другой стороны подходить к этим и микробам, которые вызывают, да, наша кутибактерия акнес, которую раньше звали пропионобактерия акнес, чаще всего, да, она участвует, ее увеличенное количество, скажем так, участвует, да, в формировании папулопустулезных элементов угревых. И с этим микробом, да, хорошо работает, например, миндальная кислота. Поэтому альфа-дерм, сыворотка альфа-дерм, обновляющий флюид альфа-дерм, несмотря на то, что он является и антиэйдж препаратом, да, и как бы в отбеливающих всяких программах используется, он очень хорошо работает на проблемной коже тоже. Поэтому схема стоп-акне утром, альфа-дерм вечером, это прям такая устойчивая. Ну, кто, может быть, здесь среди нас коллег есть в чате в нашем вебинаре, да, участвует, кто уже давно с глитеком знаком, наверное, эту схему уже своим пациентам назначали не раз, видели эффект. Поэтому стоп-акне утром, альфа-дерм вечером, тоже очень хорошая рабочая схема. Есть, естественно, вспомогательные различные препараты а-ля гель-дематен. Например, ну, гель-дематен, медицинский, кстати, препарат наш, который почти во всех аптеках продается, с 1% серой, с алоэ и с гиалуронкой, высокомолекулярный, то есть успокаивает, увлажняет, и сера предотвращает гиперколонизацию кожи микробными патогенами. Он все-таки больше как бы вспомогательный препарат, то есть он один в поле не воин, он не лечит, как бы он поддерживает, то есть чаще всего дематен все-таки используется в схемах, которые на фоне дерматологического лечения, чем которые вместо. Но, в принципе, многие любят дематен как поддержку ремиссии, многие любят дематен, так как он хорошо увлажняет, как летнее такое легкое средство. И зачастую используется в комбинации с, например, стоп-акне. То есть утром человек умылся, тоником протерся, воспользовался стоп-акне, например, на те участки, где есть воспаление. Ну, например, не на всем лице есть воспаление, а только на лбу, носу и подбородке, да, в Т-зоне. Значит, туда нанес стоп-акне. Или, например, У-зона бывает. У взрослого акне, акнетарда, чаще всего поражается, да, вот эта вот зона. Нанес туда стоп-акне и на все лицо, остальное, да, нанес гель дематен. Тоже такая схема очень хорошо работает, он увлажняет и успокаивает, и дальше может, когда впитался, допустим, SPF нанести. В качестве тоников мы можем включать в программы домашнего ухода, естественно, салициловую кислоту, то есть тоник салицилик 2% наш, он, в отличие от многих других вариантов, не содержит спирта, он очень мягкий, хорошо разжижает кожное сало, предотвращает комедонное образование, можно на Т-зону только использовать, можно, в принципе, на все лицо или на другие сиборейные зоны, где высыпание возникает. Салициловая кислота здесь максимальной для косметики концентрации 2%, плюс еще здесь экстракт коры ивы, который является источником природных салицилатов, поэтому по факту салициловая здесь больше, на самом деле, чем 2%, но никаких законов при этом не нарушено.
Также мы в программу можем включать тоник с ахакислотами. С ахакислотами наш любимый освежающий тоник, который, собственно, тоже используется наряду с альфа-дермом и в программах, когда пигментация у нас, и в программах ухода за проблемной кожей. Презентацию, да, можно, кстати, презентацию можно, мне кажется, даже из сейчас прямо из вебинара скачать, там, где у нас такая вот, как это, листочек такой загнутый, самый крайний. Вот, если доступ есть, я, честно говоря, в технических моментах не очень понимаю, можно ли прям вам скачать ее, но вообще она придет, и ссылка на запись тоже придет после того, как вебинар закончится. Она автоматом, как правило, через какое-то время приходит на почту, так что не волнуйтесь, если что-то не услышались, не услышали. Вот, соответственно, с уходом, лечением мы разобрались, да, стандартная схема, либо стоп-акне два раза в день, либо стоп-акне с альфа-дермом, вспомогательные тоники, в первую очередь, матирующие салициловые АХА, ну и, соответственно, мягкое очищение. Например, гель с ПХ-кислотами. Вот. Промокод, мне кажется, уже сейчас должен работать. Розак, который через Си на конце. Они его заранее делают. Если, значит, не работает, да? Не работает. Ну, значит, наверное, после вебинара начнет работать. Я, на самом деле, когда он закончится, вебинар, еще на всякий случай напишу соответствующим людям в чат, которые отвечают за промокод, и, может быть, они там действительно запускают его после. Андрей, а можно тебя попросить про промокод в чат напиши, пожалуйста? Ну, маркетологам. Пусть они его откроют. Вот, сейчас мы попробуем это разрулить, Светлана. Если кожа в устойчивой ремиссии, какой процент азолиновой кислоты нужен для поддержания профилактики? 10 вполне достаточно. То есть не обязательно использовать медицинские изделия с 15 или 20% азолиновой кислотой. Вполне достаточно, соответственно, 10%. Кроме того, не всегда нужна прямо азолиновая кислота. Да? И, то есть если высыпания уже нет, устойчивая ремиссия, то можно, в принципе, обойтись и серой. Вот там как раз демотен может помочь для регулярного ухода. Следующий – это уход у нас на фоне дерматологического лечения. Соответственно, цель у нас уже минимизировать побочки от агрессивного лечения, которое назначаем мы, врачи, чтобы убрать симптоматику. Как правило, мы назначаем ретиноиды топические. Ну, самый крайний случай – это когда системные ретиноиды, там тоже свои нюансы. Потому что кожа начинает сохнуть, очень тоже реагировать, кожа становится гиперчувствительной. И там есть свои подходы тоже, они больше даже напоминают уход при розации или при чувствительной коже. А если мы назначаем топические препараты, как правило, они все агрессивно влияют на наш эпидермис. Да? И поэтому это бензоилпероксид, это препараты с топическими ретиноидами, с адапаленом. Все они в комплексе очень, ну, естественно, азолаиновая кислота тоже, особенно в жестких вариантах своих, она повышает, все повышает чувствительность кожи. Поэтому здесь мы как раз уже не назначаем косметику с драг-фактором в схемы ухода, а здесь мы стараемся назначать то, что будет снимать раздражение и восстанавливать микробиом, помогать ему немножечко как бы сопротивляться. И, соответственно, увлажнять и, возможно, убирать какие-то, ну, негативные моменты, допустим, повышенную жирность кожи. Здесь у нас на первом месте являются ретиноиды, в том числе, да, назначают ретиноиды, и в частности третинаин, изотретинаин при лечении розации, но для профилактики, конечно, нет. Для лечения обострения папулопустулезной стадии при определенных условиях такие схемы тоже есть. Да, поэтому при розации могут ретиноиды назначаться. Вернемся к нашим баранам. Да? Демотен у нас на первом месте тут у меня стоит, вот на слайде, видите? Потому что он такой универсальный наиболее препарат. Он вроде как и предотвращает обсеменение микробами, да, условно, ну, то есть развитием, да, условно, патогенная флора, она не обязательно обсеменяется, да, лицо у нас, она у нас как сапрофит живет на коже в норме, только просто, когда она разгуляется, она симптоматику какую-то вызывает, воспаление, например, а когда ее мало, ее подавляет нормальная микрофлора, то, в общем-то, у нас никаких проблем с ней нет. Даже свои функции какие-то определенные в метаболизме они участвуют.
Второй вариант – это пробиоскин. Пробиоскин – это препарат с про- и пребиотиками, так называемый. На самом деле это не про, а постбиотики, потому что, естественно, живые бактерии, бактерии у нас никто не положит в косметическое средство, точнее, йогурт. Поэтому у нас пробиоскин содержит лизаты бактерий, содержит инулин, альфа-глюкан как корм для этих бактерий. И вот эти лизаты бактерий бифидолакта, они стимулируют рост нормальной микрофлоры. Поэтому пробиоскин, но он еще и очень хорошо успокаивает кожу. Очень приятный гель, очень хорошо снимает раздражение. Даже вот я, например, его очень люблю использовать, если вдруг переборщу с ретинольчиком, обязательно пробиоскин пару дней, и все, значит, мои негативные симптомы с повышением чувствительности кожи, они уходят. Соответственно, пробиоскин тоже хорошо использовать в схеме ухода на фоне дерматологического лечения, как увлажнение, успокаивающий вариант такой, снятие раздражения и поддержка нормального микробиома, который все вот эти агрессивные препараты, ну, одно лечим, другое всегда калечим, конечно. Следующий вариант – это гель-интенсив регенерация. Гель-интенсив регенерация, сразу скажу, это один из вообще самых, наверное, уникальных, феноменальных препаратов по скорости заживления, которые вообще мне когда-либо в жизни встречались. Сама многократно уже с ним, как говорится, была спасена сама лично от каких-то травм, да. И многих людей, кого я знаю, тоже этот гель интенсив регенерация просто спасал при каких-то повреждениях кожи, достаточно серьезных причем. Но сразу надо сказать, что гель интенсив регенерация, он не предназначен для того, чтобы убирать раздражение и шелушение. Он заживляет травму, микротравму, то есть эпителизации способствует более быстрой. Поэтому гель интенсив регенерации в схему включать лучше тогда, когда есть травма. Соответственно, экскариированное акне, например, да, у подростков особенно бывает часто, когда ну, они себя повреждают, это такая немножечко, скажем так, разновидность обсессивно-компульсивного расстройства, когда человек пытается навязчиво раздирать свои вот эти вот воспаления, и возникает действительно микротравма. Вот там регенерация будет показана, да, потому что нам нужно быстрее заживить, чтобы опять-таки у человека не было острого желания это все опять разодрать. И в других случаях во всех проще назначить Демотен или пробиоскин, то есть какое-то увлажняющее, успокаивающее средство, которое будет просто регулярно как бы создавать оптимальные условия для микробиома, увлажнять, удерживать влагу, то есть делать кожу более, скажем так, устойчивой к агрессии как внешней среды, так и тех препаратов, которые мы используем для лечения акне. Матирующий флюид – это у нас препарат с 3% ниацинамидом, с цинком, то есть это уже такие компоненты, которые работают в долгую, антиоксиданты там все в составе есть, но в моменте матировать кожу помогают микроспонжи, то есть там есть определенные компоненты, которые просто впитывают кожный сал и не дают коже сильно жирниться, особенно в компании с матирующим тоником Сиббаланс, это идеальная пара. Если жирная сиборея, да, не густая сиборея, которая все внутри поры сидит, кожное сало и комедоны называют. А когда прям вот лицо как жирный блин, как говорят пациенты, вот тогда хорошо работают все эти матирующие штуки, то есть матирующий флюид, например. Значит, Демотен немного подсушивает, можно ли что на него наносить. Смотрите, у меня на самом деле на этот вопрос есть один ответ, вы можете проверить потом. Любой гель может подсушивать, вызывать вот это ложное чувство стянутости, если вы просто много нанесли. Поэтому, в первую очередь, я бы, наверное, не пыталась что-то сверху наносить, а попробовала наносить его поменьше, чтобы он полностью впитался, потому что, когда гель на коже подсыхает, вот он как раз и стягивает немножко. Поэтому, может быть, и с этим не связано. Если все-таки, ну, все-таки погода, мороз, зима и прочее, можно нанести какой-то легкий крем, например, крем для комбинированной кожи SPF 15, или если это вечер, там крем ночной увлажняющий, там всего 2,5% масла миндального. Ну, то есть масляная фаза просто минимизирована до гомеопатической дозы, можно так сказать, шутя. И, возможно, такой легкий крем, он даст комфорт и, соответственно, уберет вот это чувство стянутости. Но попробуйте для начала наносить его просто поменьше, да, или пациент ваш, чтобы наносил поменьше, тогда гель, когда полностью впитывается, он не вызывает вот этого чувства стянутости. А если много нанести, то вот то, что не впиталось, то подсохло, как говорится, и вот стягивает. Вернемся к нашему слайду, да, следующие
Естественно, у меня вспомогательные препараты есть здесь. Мы сразу отметаем на фоне лечения агрессивного АХ-кислоты и салициловую кислоту, не будем рисковать. Возьмем для ухода тоник для жирной проблемной кожи, балансирующий тоник, то есть это гамомелис, зеленый чайник, то есть антиоксиданты и себорегуляторы растительного происхождения. Очень мягкий вариант тоника с активами, которые, в общем, на самом деле даже для нормальной кожи хорошо, и для комбинированной, то есть он не будет подсушивать участки изначально сухие, но при этом будет регулировать сальность. Соответственно, если в какой-то зоне все продукции повышены. Мне тут показали бумажечку, что купон активен, так что промокод запустили, все хорошо. Кто хотел воспользоваться, можно пользоваться. Значит, и тоник, матирующий себобаланс, он и в первой, и второй схеме у нас будет работать отлично, он будет и успокаивать, и себопродукцию снижать. Что еще в обеих этих схемах важно? Да, то, что мы должны защищать от солнца кожу, соответственно, мультипротектор нам в помощь, SPF 50+, Oil Free, да, или какое-то другое еще защитное средство, комфортное для вас. Энзимная пектиновая маска в качестве глубокого очищения, соответственно, в паре с маской поросслуживающий себобаланс и, соответственно, непосредственно средство для очищения кожи. Вот как раз тут слабокислые варианты, мягкие, очень востребованы. Это с ПХ-кислотами, с полигидроксикислотами, с бекон-лактоном гель. Это успокаивающий очищающий гель, наш классический любимый очищающий гель, который много лет уже все любят. На кока-глюкозиде, они все на самом деле на мягких павах, на кока-глюкозиде, на тет-кал-глутамате, то есть нет сульфатов. Естественно, мы можем использовать двухфазное очищение с гидрофильным маслом, можем использовать гель для интимной гигиены, как off-label, такой лайфхак-вариант. Все, как говорится, используем то, что воздействует на кожу максимально мягко, чтобы не провоцировать сальные железы на гиперпродукцию. Потому что когда мы кожу избыточно обезжириваем, сальные железы начинают судорожно пытаться удержать ускользающую влагу, да, и поэтому себума становится больше, а нам нужно, чтобы его было меньше. Пример вот здесь приведу домашний уход за молодой проблемной кожей. То есть это у нас щадящее очищение с каким-либо мягким средством, мы уже это все обсудили, тоник, матирующий себобаланс потом у нас будет. Через 5 минут мы можем нанести сыворотку стоп-акне на пораженные участки, либо на все лицо тонким слоем, ну или там на какие-то еще участки, если где-то еще что-то выспало. И, соответственно, дальше наносим уже средство, которое будет либо от солнца, либо от перепадов температур защищать. Вечером мы двухэтапно умываемся. Если ничего плотного нам не нужно смывать, то значит можем просто два раза гелем умыться или муссом, или там с ПХ-кислотным гелем. Если нужно плотное что-то смыть, стойкое, то значит гидрофильное масло используем. Дальше мы можем использовать, например, на Т-зону отшелушивающий лосьон салицилик 2% при помощи ватного диска, его проще наносить. Потом либо стоп-акне снова, либо флюид альфа-дерм. Также мы можем, например, вместо салицилового лосьона использовать тоник с АХ-кислотами, особенно перед альфа-дермом хорошо, да, они оба слабокислые, очень хорошо вместе работают. И раз в 2 недели делаем интенсивный уже уход, глубокое очищение, энзимную маску на 15 минут под пленку, потом на 15 минут тонким слоем себобаланс. Обе эти маски смывать очень удобно вот этими одноразовыми полотенчиками из микроцеллюлозы, да, которые в любом Ашане продаются. Потому что вот это мягкое трение, вот этой мягкой салфеточки нетканой, а кожу она дополнительно еще дает такой полирующий эффект. Если медикаментозное лечение назначено, как мы с вами обсудили, мы при помощи него убираем ухода, при помощи ухода, да, убираем побочки, то есть агрессию наших препаратов медицинских. Стоп-акне заменяем на дематен или пробиоскин. Вместо альфа-дерма можем вечером наносить тоже дематен или, например, пектиновый гель слабокислый, вот этот аппаратный, который тоже хорошо за счет своего слабокислого pH, 3,5, он тоже работает на проблемной коже неплохо. Еще и осветляет немножечко, тон выравнивает. И если назначил ретинол, то, соответственно, салициловый лосьон перед ним не используем, кислоты тоже не используем желательно, и заменяем на тоник для жирной проблемной кожи. Понятно, да, вот пример ухода, если есть вопросы, задавайте. И теперь со зрелой кожей, да, со зрелой кожей примерно все то же самое, только нам нужно встроить в этот уход еще антиэйдж препараты какие-то, потому что мы хотим не только с прыщами бороться, но и с морщинами, с дряблостью. Поэтому здесь мы тоже мягкое очищение.
и следим за pH, да, следим, вот pH это очень важно, да, следим, потому что у нас, например, антиэйдж препараты на пептидной основе, к примеру, да, они критично относятся к pH, то есть pH нам нужно держать, ну, чтобы у нас в уходе было не меньше 4, чтобы пептиды работали. Поэтому мы смотрим, что мы наносим перед пептидами, или что мы наносим сразу после пептидов, чтобы нам их не дезактивировать. Антиоксиданты, например, ниацинамид, если в составе, тоже не очень любит прям кислую-кислую среду, потому что он быстрее там разложится, да, может ниацин образоваться свободный, да, и вызвать тоже раздражение. Поэтому лучше тоже, чтобы pH был чуть повыше, ну, то есть между там 4,5, 4 и 6, скажем так, чтобы ниацинамид подольше продержался. И поэтому, когда мы используем какие-то антиэйдж препараты на основе, например, пептидов или ниацинамида, то мы стараемся не наносить их сразу после очень кислых каких-то средств и не под кислые, то есть под альфа-дерм не будем наносить. Что у нас происходит в итоге? Мягкое очищение, вопрос вижу, сейчас отвечу. Тоник для жирной и проблемной кожи мы берем. Мягкий, балансирующий, с pH 5,5-6, либо тоник Матишеси Баланс, у него тоже там около 5 pH. Дальше мы спокойно можем нанести сыворотку 5 пептидов. Также мы можем зону вокруг глаз, которая, как правило, всегда интактна. Она, здесь нет сальных желез практически в таком количестве, чтобы вызвать воспаление. Да? Поэтому на области вокруг глаз у нас есть морщины, есть дряблость, но нет прыщей. Поэтому мы спокойно можем укрепляющий крем для век церамид синпептиды нанести. И, кстати, на шею тоже. Дальше мы через 15 минут можем нанести сыворотку стоп акне. Локально на пораженные участки, ну, локально это не значит непосредственно прыщ, потому что стоп-акне – это не подсушка, то есть это не спот-тритмент, это уходовый препарат, который на большие участки наносится. Соответственно, вот на Т-зону нанесли, на У-зону, в общем, или на все лицо. И после этого, ну, как в стандартном предыдущем протоколе, защищаемся либо от солнца, либо от перепадов температур, например, при помощи того же геля Церамид Скин Сейвера. Вечером у нас двухэтапное очищение, гидрофильное масло, потом, соответственно, очищающий гель лимус или там с ПХ-кислотами. Дальше мы используем, например, тоник с АХ-кислотами и обновляющий флит альфа-дерм, который одновременно является и антиэйдж препаратом, и противовоспалительным. Поэтому мы тут двух зайцев убиваем сразу. И на зону вокруг глаз и шею опять-таки можем использовать средства для век, ну, в зависимости от того, какие показания. Больше склонность к отекам, темным кругам, значит, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга. Если больше дряблость, там морщинки, ну, в общем, кожу укрепить больше надо, значит, или более плотная текстурка нужна, чуть более обезвоженная, более сухая кожа в этой зоне, да, значит, крем для век Церамид/Пептидос укрепляющий. 1-2 раза в неделю, так же, как в молодом варианте, мы делаем глубокое очищение с энзимной маской и маской поросуживающей, вот эту любимую парочку нашу используем. И точно так же вместо пептидов мы можем встроить, например, сыворотку C-Energy. Вот. Альфа-дерм можем заменить на ретинол, если мы в более-менее стойкой ремиссии находимся, да, и у нас не назначен ретинол медикаментозный, да, то есть, допустим, адапален, ретиноид. При плотной жирной коже с гиперкератозом ретинол очень хорошо работает. Вот. Значит, вопрос. Как совместить антивозрастной уход с уходом для успокоения розации в ремиссии? Про розацию сейчас я вот как раз все расскажу. Там поменьше, попроще. Можно ли перед ночным ретидермом использовать стоп-акне? Ну, смотрите, ну, если ретидерм вы в розации хорошо переносите, и используете его, то надо подумать. Значит, антивозрастной уход розация в ремиссии. Ну, имеется в виду, можно ли в один день использовать ретидерм и стоп-акне? Да, можно. Вот вопрос, нужно ли стоп-акне. Если стоп-акне используется, то есть азелаиновая кислота хорошо сдерживает у вас розация, это да, действительно азелаиновая кислота в схемах ухода за кожей с розацией используется в качестве активного препарата, то в принципе можно. Да, просто не перед ночным ретидермом, а вот утром она будет у вас использоваться. Вот, а лосьон, следующий, ну вот, наверное, вот я ответила, скорее всего, на ваш вопрос, Татьяна. Если не совсем ответила, вы мне тогда напишите сейчас. По поводу ночного ретидерма. По поводу ночного ретидерма я ответила, да, по поводу лосьона Нео, да, взять вместо тоника. Ну, зависит от того, есть ли показания к нему. Лосьон Нео, да, это
мой личный фаворит, скажем так, ну, я все-таки 50+, поэтому не спортивно мне обычный какой-нибудь тоник с парочкой экстрактов использовать. Конечно, хочется что-то более активное. На самом деле лосьон кацетат Нео с липосомальным дигидрокверцетином, он больше всего показан, опять-таки, тем, у кого сосудистые проблемы, то есть пациенты с розацией сюда идут, атоничная тусклая кожа, кожа курильщика и все вот это вот такое, когда у нас ишемия идет, и, естественно, зрелая кожа возрастная, да, то есть когда у нас 45+, там даже 35+, лосьон кацетат Нео, это, наверное, идеальнейший тоник, потому что это, по сути, не тоник, а активный препарат в жидкой форме, который мы можем как тоник использовать каждый день. Вот. Для, например, акне, да, ну не самый препарат выбора, скажем так, особенно для молодой кожи, потому что там гораздо больше салициловая кислота, ахакислоты, матирующие, вот это вот прям то, что нужно. А вот если есть сосудистые проблемы или какие-то проблемы с тусклостью кожи, вызванной недостатком кровообращения, отечностью и так далее, то вот, конечно, богатый антиоксидантами лосьон-концентрат – это идеальный вариант. Можно ли энзимную пектиновую маску использовать как завершающий этап после механической? Нет, энзимная пектиновая маска, не пептидная, пектиновая. Вот, энзимная пектиновая маска – это у нас, наоборот, подготовка к очищению. То есть она разрыхляет эпидермис, она дает выход вот этим вот комедонам. Мы их можем очень легко и нетравматично убрать. Соответственно, она используется как раз перед механической чисткой. Мы наносим ее под пленку, и потом можем по зонам открывать наше лицо и удалять оттуда комедоны или там ложкой уна пустулезные элементы. А вот для завершения я вам сейчас как раз скажу, что использовать в протоколе и механической, и травматичной чистки. Ну, кто с нами давно, уже все знают, что я имею в виду. Нашу любимую маску на основе лосьона концентрат Нео и геля для сухой нормальной кожи Нео. Вот, здесь как раз на картинках есть, как я ее делаю. Это наша любимая восстанавливающая маска как раз после чисток, после антиэйдж-процедур, вообще универсальный вариант. Если здесь есть кто уже ее использовал, отпишитесь. Будет интересно узнать ваше мнение. Значит, процедура глубокого очищения от травматичной чистки, да, дома или в косметологическом кабинете. Ну, дома мы с вами уже обсудили, что нашим пациентам просто взять энзимную маску, нанести ее под пленку, потом ее смыть салфеточкой, да, потом нанести себобаланс, тоже смыть салфеточкой, и на этом, собственно, их миссия будет закончена. Дальше они воспользовались тоником и нанесли потом, допустим, свой вечерний уход, например, альфа-дерм. После тоника с ахокислотами. Если же мы в кабинете работаем, то, соответственно, мы должны более полноценную процедуру сделать, то есть у нас идет щадящее очищение. Для усиления действия разрыхлителей наших мы отшелушивающий лосьон целых 2% можем использовать, да, то есть протереть кожу. Можем энзимную пектиновую маску потом нанести на подпленку на 15-20 минут. И дальше, если это атравматика, то есть мы ничего не чистим, у нас больше 10 воспалительных элементов, то есть мы избавляем просто пациента от гиперкератоза, чтобы быстрее вот пошло его лечение, и дома он потом продолжит тоже это делать, то мы, естественно, ничего не чистим. Если у нас, как говорится, позволяет поле деятельности почистить, да, ну, то, соответственно, мы классическую мануальную чистку делаем. По участкам открываем, да, наше лицо и, соответственно, делаем мануальную чистку. Сейчас не будем это обсуждать, потому что это очень долго. У нас есть вебинары на Ютубе по поводу чистки. Даже есть травматика, процедура. Кому интересно, посмотрите. Вот, значит, если это травматика, да, чистая, когда у человека есть воспаление, мы ему можем эту процедуру сделать в кабинете. Энзимную маску смыли, потом нанесли поросуживающий себобаланс на 15 минут, потом смываем. Дальше можем воспользоваться тоником. И дальше вот дома как бы они наносят свой вечерний уход. А в кабинете мы делаем как раз вот эту успокаивающую маску, завершающую, которая... ну, после мануальной чистки она способствует тому, чтобы человек без следов экзекуции пошел на улицу, да, потому что мы где-то там травмировали кожу, за время этой маски вот эти вот микротравмочки затягиваются, лицо успокаивается, покраснение уходит, и ну, достаточно прилично выглядит лицо, чтобы можно было выйти из кабинета и пойти, например, куда-нибудь на работу или на свидание 14 февраля. Вот, соответственно, что для этого нужно? Нам нужно гель для сухой нормальной кожи «Нео». Это аппаратный гель, тоже с дигидрокверцетином, с
вазопротекторами, там целый комплекс растительных экстрактов, арника, плющ там, и так далее. То есть мы этот гель используем не для аппаратов, а используем в качестве субстрата многослойной маски. То есть мы его кладем на очищенную кожу, это третий этап у нас получается, уже нанесение каких-то активных препаратов в процессе чистки от ароматичной. Вот. Точно так же мы делаем после каких-то аппаратных процедур, антиэйдж, каких-то воздействий. Наносим сначала гель, потом берем масочку одноразовую вот, с прорезями для глаз, там, носа. Либо делаем сами из салфеточки, из панельс, такую маску, и наносим эту маску как субстрат. Ну, фактически, как коллагеновый лист, как будто бы, да, мы положили. И пропитываем при помощи кисти лосьоном активным концентратом Нео. Здесь 10%, самая большая концентрация дигидрокверцетина. Кисточкой наносим, пропитываем эту масочку и закрываем, вот как здесь на фотографии, махровым полотенчиком сухим и оставляем на 15-20 минут. После того, как мы ее снимаем, у нас вот этот эффект, вау-эффект фарфоровой кожи наблюдается, и, соответственно, мы можем нанести финальный там, крем или гель, в зависимости от того, что мы там решили пациенту нанести, Демотен, может быть, там, или обновляющий флюид Альфа-Дерм, и отпустить его. И вот эта вот маска как раз очень хорошо успокаивает кожу. Можно ли справиться, вопрос поступил с просянкой, уходом без скрытия. Смотрите, милиумы, их, конечно, чаще всего приходится удалять. Причем мы их не давим, ни ложкой уна никак, а это делается мезоиголочкой параллельно коже, легкий такой, легкое прокалывание вот этой капсулы твердой, вот, этого, вот этой кисты сальной железы, да, и она, в общем, выскакивает. Если же иногда бывает, что человек начинает регулярно отшелушивать кожу, да, использует, например, энзимную маску, использует энзимную пудру, вот, постоянно отшелушивать, ну, естественно, без фанатизма, конечно же, вот, и они сами уходят. Ну, то есть постепенно вот слущивается первый, верхний слой эпидермиса, и вот если такая не крупная, не застарелая, и просяночки были вот эти вот милиумы, они бывают, что сами могут, ну, сами по себе вскрыться, уйти. Вот. Но чаще всего, конечно, приходится удалять. Вот. Вопрос поступил, правильно ли я поняла, что в полной ремиссии можно пользоваться домашним аппаратом ультразвуковой чистки и домашними микротоками. В принципе, можно. Имеется в виду, наверное, розация, да, вы имели в виду акне. Наверное, розацию, скорее всего. Потому что при акне, в принципе, если не сильно много воспалений, можно и во время, без ремиссии, пользоваться ультразвуковым пилингом. Смотрите, да, домашними микротоками, в принципе, можно. Единственное, надо смотреть, что это за домашние микротоки. Потому что микротоками сейчас что только не называют. И если ваши микротоки вызывают покалывание, мурашки, то есть ну, фактически являются электромиостимуляцией, то я бы не стала пользоваться такими аппаратами. А если их практически не чувствуется, да, то есть какой-то лимфодренаж вы ими делаете, да, ну, в принципе, почему бы и нет. Просто, к сожалению, я практически не встречала домашних микротоков, которые бы использовали параметры действительно микротока, то есть до 500-600 микроампер, как профессиональные аппараты, которые действительно влияют на тонус сосудов, но при этом не способствуют их расширению. Да? Нам не нужно, например, при розации способствовать расширению. Вот. Поэтому здесь надо осторожно, если есть проблемы с сосудами. Если это же просто акне, да, проблем с сосудами нет, вы можете лимфодренаж домашними микротоками делать, да, плевать, что там завышенные параметры немножко, да, лимфодренажами можно сделать нормально, если правильно водить. Вот, поэтому, в принципе, можно использовать. Единственное, что нельзя ими пользоваться во время обострения, потому что вы просто разнесете себе всю картину, как говорится, за пределы того, что было раньше, да, то есть у вас там было 3 прыща, да, и будет 10, да, если вы будете лимфодренажи какие-то делать, вот микротоки вот эти вот, то есть какие-то процедуры, понятно, да, что я имею в виду, потому что разносить инфекцию по лицу не нужно этими моментами, нужно, наоборот, ее пытаться локализовать. Самое интересное, что люди считают, что есть пока, да, так и есть, Наталья, на самом деле вы правы, потому что действительно человеку сложно психологически принять тот факт, что он ничего не чувствует во время процедуры. Вот. Когда купероз сильно выраженный, да, вы не можете обойти вот эти, ну ладно, там 2 сосудика на крыле носа, это не страшно, да, если действительно купероз, вот чаще всего бывает эффект бабочки, да, вот на щеках, то вот эти вот псевдомикротоки, которые, по сути, являются электромиостимуляцией или недоэлектромиостимуляцией, лучше не использовать, потому что они могут вызывать приток крови, ну, за счет раздражения электрическим током, да, и тонкие сосуды могут лопнуть.
Вот. Купероз не всегда является предвестником розации. Розация все-таки ангионевроз, это все-таки патология, да, купероз, он может быть, ну, просто близко расположенные сосуды, тонкая кожа, человек там любит баню посещать и так далее. Поэтому не всегда это будет розация. Купероз – это, в общем-то, такое функциональное состояние, ну, симптом, да, розация – это уже патология с таким достаточно сложным патогенезом. Вот, вот мы пришли с вами логично к розации. Хотел ложиться в час, не получилось. Вот, но я думаю, что вы меня простите, осталось немного. Соответственно, какие правила у нас ухода за кожей на фоне розации? Вначале я уже сказала, что розация характерна, то есть для пациентов с розацией характерна реакция кожи, непредсказуемая на те триггеры, которые нормальный человек реагировать не будет. Да? Поэтому, опять-таки, успокаивающее, максимально щадящее очищение. Да? Нужно что-то плотное смыть, значит, берем двухфазное очищение с гидрофильным маслом, чтобы лишний раз не травмировать кожу более агрессивными ПАВ. Соответственно, гели, ну, то есть любое наше очищающее средство бессульфатное, берем любое, но оптимально, конечно, или успокаивающий гель для умывания. В принципе, можно даже гель с ПХ-кислотами для розации использовать, например, по вечерам, можно через раз, через несколько раз, потому что мы все равно, он не такой кислый, да, мы, как я уже говорила, разбавляем его с водой при умывании, поэтому, в принципе, учитывая то, что он очень мягкий, он и пациентам с розацией подходит. Утреннее очищение можно заменить на кипяченую фильтрованную воду, либо, например, ну, то есть ополоснуть лицо водой из краника на кухне с обратным осмосом и потом оросить, например, кипкалм тонером с центеллой, он тоже очень хорошо успокаивает. Ну, надо, естественно, каждый новый препарат, как прикорм младенцу при розации, вводим, смотрим, там, попользовались день, два, три, нет реакции негативной, только после этого следующий новый препарат вводим, а то и подольше, потому что надо всегда отслеживать индивидуальную реактивность. У кого-то на центеллу, кому-то центелла успокаивает, большинству, а у кого-то на центеллу может быть реакция, поэтому всегда смотрим. Естественно, лосьон-концентрат Нео – самый оптимальный вариант для пациентов с розацией, именно воздействует непосредственно сосуды, это активный препарат. Вот, и мы можем как раз утреннее умывание, чтобы утром не умываться очищающим средством, когда у нас на воду лицо реагирует в момент обострения тоже зачастую, мы можем просто ополоснуть лицо кипяченой водой или фильтрованной и, соответственно, воспользоваться тоником. Минимум препаратов в уходе должно быть при розации однозначно. Вот, про то, что я как раз сказала, да, как прикорм младенцу вводим, это прям нужно этому следовать всегда. Когда мы назначаем комплекс препаратов каких-то пациенту, мы сразу его должны 10 раз предупредить, чтобы он не начал все сразу использовать в первый же день, а как бы начал использовать это постепенно. То есть сначала он может, допустим, ввести в уход самый активный препарат, да, то есть, например, мы назначили там флюид антиредность, да, с сосудокрепляющим компонентом, это прямо вот уход лечебный, да, и потом уже очищающие препараты. То есть сначала он вводит активный препарат на фоне своих привычных очищающих средств, пусть даже они хуже или там агрессивнее, чем наши, да, но он наши еще не пробовал никогда. И после этого, допустим, он там 3 дня попользовался, 4, все хорошо, да, потом раз очищающий гель наш ввел, свой поменял на этот, да, потом раз тоник ввел. И вот так постепенно, соответственно, за недельки полторы он весь комплекс, там, допустим, из 5 препаратов себе уход поменял. И дальше продолжает им пользоваться. Обязательно СПФ. Защищаемся от солнца. Не используем какие-то процедуры или препараты с раздражающим потенциалом. То есть кислоты с низким pH, да, там гликолевую кислоту, активный ретинол на фоне обострения, кислую форму витамина С, аскорбиновую кислоту, да, то есть аскорбик эсид. Вот. Ну, естественно, скрабы, пилинги, шлифовки. Пациенту с розацией практически не разрешены. Да. Вот. Ну и микробиом, барьерную функцию поддерживаем точно так же, как и при акне. Пробиоскин можем использовать, гель, да, можем использовать защиту от мороза очень хорошо при розации, некомедогенный гель Ceramidskin Saver с такой вот маслянистой текстурой. Вот это как раз все делаем. Что касается препаратов выбора при розации, то у нас определенный набор, естественно, вот лосьон-концентрат Нео,
У нас тоник Keep Calm, это, в первую очередь, флюид для чувствительной кожи антиреднес грин. У нас есть и голд, да, ну, то есть у них состав совершенно одинаковый, сам пигмент только разный, здесь зеленый, там золотистый. Просто антиреднес голд используется при сосудистых проблемах, которые по-другому проявляются, то есть не покраснением, а расширением сосудов проявляются, да, то есть нам не нужно маскировать красноту зеленым, да. А, например, круги вокруг глаз, застойные пятна фиолетовые, постакне, да, то есть фиолетовый пигмент нам нужно нейтрализовать. А чем мы его нейтрализуем? Желтым пигментом, да, вспомним круг Итана, да, которым художники пользуются и какие-нибудь стилисты. Вот, соответственно, красненькое маскируем зелененьким, соответственно, антиреднес грин нам нужен при розации чаще всего. А если это действительно сосудистые проблемы, которые фиолетовые создают, да, цвет, то есть застойные пятна или круги под глазами, то берем антиреднес голд с золотистым пигментом. А, собственно, сосудоукрепляющие компоненты, там и пептид, и, соответственно, успокаивающие компоненты, да, то есть там все, что действует на сосуды, там как раз одинаково все, что в желтом, что в голд, что в грин. Это вот основной препарат для, очень приятный запах, приятная текстура легкого флюида, очень комфортный препарат. Чуть пожестче антикуперозный гель, да, ну это, во-первых, гель. Он не так комфортен на коже, да, если она, например, не жирная, не комбинированная. Вот. Но он тоже уже за много лет себя хорошо зарекомендовал. Его, как правило, на вечер бывает, что, допустим, утром антиреднес грин, а вечером антикуперозный гель. Там как раз все вазопротекторы, полная компания собралась, которые, собственно, привычно нам в средствах, например, для лечения хронической венозной недостаточности, то есть варикоза. Но все это адаптировано для средства для лица. Поэтому, соответственно, троксирутин, конский каштан, листья красного винограда. Ну, антикуперозный гель, он у нас производится уже много-много лет, поэтому его все знают. Не буду подробно на нем останавливаться. Единственное, кто не знает, да, там ниацин входит в состав, поэтому всегда пробуем его где-то на участке кожи, прежде чем назначать пациенту его в регулярный уход. Пробничек даем и говорим, попробуйте вот на незаметном участке, хорошо, вот на шее где-нибудь попробовать или на щечке, не на сгибе локтя, который не среагирует, скорее всего. И вот с интервалом в сутки 2 раза используем. Если нет покраснений от ниацина в составе, то значит можно антикуперозный гель использовать. Так, гинкго биллоба, наоборот, хорошо. Гинкго биллоба хорошо, это все-таки вазопротектор. Сосудорасширяющие, они не сосудорасширяющие, они сосудоукрепляющие. Конский каштан, троксирутин, все, что от варикозы, короче, используется. Да? Гинкго биллоба очень часто средство для зоны вокруг глаз используется. Их не нужно избегать, их, наоборот, очень хорошо при розации. То есть все, что воздействует мягко на сосуды, все, витамин К, да, гинкго биллоба, там какие-нибудь Центелла даже та же самая, да, вот троксирутин, конский каштан, это все иглица, это все очень хорошо работает с сосудами, соответственно, хорошо бы эти компоненты нам иметь. Пробиоскин, опять-таки, да, используем, чувствительность снимаем, скинсейвер, я уже сказала, от мороза защищаемся, мультипротектор SPF 50+, от солнца защищаемся, ну, соответственно, CC-крем тоже очень хорошо, если, ну, нормально переносит кожу. Вот, то есть подбираем, смотрим, что комфортно. И, соответственно, если кожа, например, сухая, у пациента с розацией, можем использовать гель-праймер антиоксидантный тоже для защиты от солнца. Он безводный, да, он как бы и от солнца, и от мороза одновременно может защищать. Поэтому, если человек с розацией, с чувствительной кожей ездит куда-нибудь в горы на лыжах кататься, то вот этот вот антиоксидантный праймер наш безводный, так сказать, очень интересной текстуры, прозрачный праймер, прозрачный SPF называют его многие, вот, он как раз тоже может понравиться. Ну и домашний уход минимальный, да, при розации, куперозе, это будет очищающее средство мягкое, это будет лосьон-концентрат Нео, либо Keep Calm Toner, либо, допустим, один утром, другой, второй вечером, флюид для чувствительной кожи, антиреднес грин. Ну и, соответственно, если защищаемся от солнца, будет у нас мультипротектор или какое-то еще защитное средство. Если от мороза, то гель Skin Saver. А вечером мы можем использовать пробиоскин, либо, например, гель антикуперозный при отсутствии реакции на никотиновую кислоту, на его небольшую концентрацию. Вот. Ну и, соответственно, если нужен крем, там уже подбираем методы проб и ошибок, какой подходит пациенту с розацией крем. Кому-то Rich and Restore может подойти при сухой коже с пептидами, кому-то NMF Protection хорошо, а кому-то легенький ночной увлажняющий нужен. Вот. Тут лучше всего в наш ЦДК сходить, разжиться пробничками, да, и попробовать. Вот. Поэтому при реактивной коже все подбираем
вводим постепенно, не сразу вводим, отслеживаем реакцию, и тогда все будет хорошо. Если назначены какие-то лекарственные препараты, единственное правило, наносим их до косметических, желательно между нанесением лекарственного препарата и косметического, чтобы минимум 10 минут прошло. Вот и все. Соответственно, моя информация на сегодня теоретическая закончилась, поэтому, если есть еще вопросы, жду вопросов. Вот, вопросики пишите. Вот, очень благодарна вам, что вы нашли время прийти. Я давайте сейчас еще вам промокод напишу на всякий случай. Вдруг кто-то присоединился в процессе и не видел его. Сейчас, момент. Называется он вот так, промокод наш на косметику. Сейчас, только он, по-моему, у нас большой буквы. Угу. Вот такой вот. Вот такой вот промокод, который дает дополнительную скидку к нашему прайсу косметолога, еще 5% в течение недели, соответственно, до следующего... Что у нас сегодня? До следующей среды. Вот. И можно им пользоваться, говорят, он уже работает. Спасибо вам, что вы пришли. Я так понимаю, вопросов нет, да, больше? Можем закругляться. Одноразовые маски. Смотрите, одноразовые маски, которые я использую, я покупаю в магазинах одноразовой продукции, в частности, в такой компании, как Лорелея. Мне нравится, что у них они с шеей, с нормальной вырубкой глаз и рта, не огромный. Но, насколько я знаю, что практически все магазины одноразовой продукции, где мы заказываем в кабинет простыни, там вот эти салфеточки всякие и так далее, там, в общем, везде они есть, надо просто смотреть, устраивает ли вас вырубка, ну, то есть, как отверстия сделаны, и сам материал. Вот, поэтому... Да, сейчас Виктория 5 минус, но зато у нас другая скидка с декабря. Я не могу озвучивать, наверное, потому что на Ютубе будет у нас этот самый вебинар выложен. Вот, но у нас скидка увеличилась прилично у косметологов, у нас специалистов, поэтому дополнительно дают всего 5. Но получается больше, чем... Да, вы в курсе. Ну вот. Вот, получается больше, чем было с 10 от старой скидки. Вот. Ну, я так понимаю, что вопросов конкретных по сути нет. Я тогда с вами буду прощаться. Рада была вас видеть. Приходите на наши мастер-классы, кто может точно прийти. Присоединяйтесь к нашим вебинарам. Буду очень рада. Вот в начале вебинара я анонсировала наши мастер-классы, которые будут вот мои коллеги проводить. Я буду 21-ю литропорацию проводить, так что и кто может доехать, приезжайте, заранее только записывайтесь, потому что там небольшой зальчик, поэтому все могут не поместиться. Вот, всем всего доброго, удачи. И я тогда с вами прощаюсь. До свидания. Смотрите, по поводу аппаратов для электропорации, это надо узнавать у тех поставщиков, кто их продает. Например, Алвепрак продает компания Monorus, да, мы-то не занимаемся продажей аппаратов. А так вообще аппараты для электропорации продаются, никуда не делись. Не за что. Все, всего доброго, до свидания.